Новосибирская спортсменка Валентина Верменюк завоевала титул чемпионки Европы на проходящем в Чехии турнире по тяжелой атлетике. В троеборье сибирячка дважды стала лучшей в приседании и становой тяге, а также завоевала бронзу в жиме лежа. При собственном весе 51 килограмм Валентина в сумме троеборья набрала в 9 раз больше вес – 465 килограммов. Это позволило ей обогнать спортсменку с Украины.